Хто згадує, що деякий час на початку Аліса існувала безкінчива. Зате більшість алісяних фанів не можуть не пам'ятати, що виступ Кінчева у складі команди на рок-фестивалі у 85-му році просто шокував тусовку свіжістю та незвичністю. З того часу групу Аліса ніхто без Кінчева не мислить. Сьогодні Кінчев – напівбожество російської рок-музики. В усякому випадку так себе тримає. Та якщо людина народила фрази, що стали лозунгами цілого покоління на кшталт кінчевської «Ми в місті», то цій людині є таке чим пишатися. Кінчев – аристократ духу, який читає Гумильова і Бродько. Та й сам він непоганий поет, трохи сноб. Киевская публика, вот мне кажется, что она все молодеет и молодеет. Вас устраивает это? Да, меня устраивает, да. И хотела спросить тогда в таком случае, вот раньше я читала, что у вас там Ози Осборн висел портрет на стене. Какие сейчас портреты висят, если висят? Портреты? Никаких. Детские, детей моих. А какую музыку слушаете? Разное зависит от настроения. Ну вот в плохом настроении. В плохом настроении я пью и слушаю «Калинов мост». Правда? До сих пор. А как вообще тогда? Вы считаете, что Питер до сих пор есть центр роковой жизни или нет? Да это не ко мне вопрос, что, где какие центры, что такое рок, это все к музыкальным критикам вопросы. Я не знаю, но в Питере очень много хороших, перспективных, достойных коллективов. Это касается рок-н-ролла, это касается рэпа, это касается прогрессивной танцевальной волны. Питер очень музыкальный город. И в любых направлениях есть очень интересные коллективы. Вот я когда-то читала, что вы говорили, что ваши родители считали вас придурком. Может быть, вот, ну раньше, а сейчас стали гордиться, да? Может быть, альбом вот «Дурень» это вот как-то оттуда, или это уже национальный герой, или как бы это ваш сейчас герой, как бы такой, Иванушка дурачка. То есть раньше были другие, насколько я понимаю, в сатанинской вере. Я в сатанинской вере никогда не был, в языческой, но это, в общем, как бы, все речь то же самое, получается так. Или поклонничество. Требы алчат сытый стукан. В конце дороги капка. У него такая песня есть. Ну да, был язычником, стал, спасибо Господи, православным. Курить бы еще бросить. Это единственный ваш недостаток? Да нет, их значительно больше. Что вы? Грехов, вагон и маленькая тележка. А людей вы любите? Конечно. Как же вас не любить-то? А вы только кто, если мы люди? Я тоже вы и мы в одном числе, во многих числах. А вы когда-то говорили, что вот вы и фанов тоже то любите, то ненавидите. А вот сегодня в Киеве вы их... Никогда не говорил, что я ненавижу. Ну, не любите. И так я не говорил тоже. Значит, соврали. Я не говорил так. Нет, я говорю, значит, соврали средства массовой информации. Да, средства массовой информации, как бы, это и хлеб. Врать, врать, еще раз врать. А хлеб музыканта петь, 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 еще раз петь. Ну, так что ж еще? Конечно. Петь песни, которые пишутся, те песни, которые по душе. Все. А у вас есть вот, как бы, ну, я не знаю, с возрастом? То есть не боитесь, что вы там с течением времени меньше и меньше чего-то будет сказать, вроде как будет уже все сказано. Не боитесь записаться? Или этого никогда не может быть? Нет, вы как-то странно формулируете вопрос, что значит боюсь. Этого ли нам бояться? Есть более страшные вещи, которых стоит бояться. То есть отсутствие музыки вы не боитесь, от чего вы боитесь? Ну,
боюсь предстать перед судом Господа недостойным. Без покаяния и причастия. Вот это боюсь. Вот и те, что майже не порівнюється, справа марна. Тим більше, якщо це стосується творчих особистостей та їхнього ефемерного продукту. Втім, якщо є таке поняття, як пітерська рок-школа, то порівняння, хай і притягнуте за вуха, все ж має право на життя. Тим більш, що мастодонти радянського року з групи «Аліса» та нинішні кумир тінейджерів груп «Пасплін» нещодавно грали разом в одному концерті. Обом лідерам груп притаманний особливий пітерський шарм. Дуже своєрідний в обох випадках. Кінчева сміливо можна назвати лідером неформалів 80-х. В 90-х такого явища, як неформальний рух, немає. Втім, важко уявити, що хтось з нинішніх підлітків не знає сплінівський хіт «Орбіт без сахара».